Кажется, все привыкли к расчету по карте. Получать зарплату таким способом – вещь обыденная. И получать пенсию сразу на счет, а не стоять в очереди или ждать почтальона, стало удобным нововведением. Есть и обратная сторона – затраты государства. На доставку пособий на дом и через почтовое отделение направляется существенное средство. К примеру, в 2023-м – около 114 миллионов рублей. Именно поэтому поправки в порядке выплат обязуют перейти на банковские услуги. Исключение составляют граждане, достигшие 70 лет, инвалиды первой и второй группы, получатели пособий, в семье которых воспитывается ребенок-инвалид, а также граждане, проживающие в сельской местности. С апреля по май текущего года в банках начата работа по открытию счетов и регистрации банковских карт для указанной категории граждан. На сегодняшний день граждане, получающие пенсии через Белпочту, должны обратиться в банк для открытия базового счета с целью получения пенсии. Обязательно клиентам нашего банка, будущим клиентам нашего банка, в заявлении надо указать о том, что они согласны получать пенсию с 1 июля 2024 года. Таким образом, граждане, которые укажут эту дату, пенсия начнет поступать на счета уже в июле. Часть пожилых граждан приняли удобство уже сегодня. Мария Коптилова на пенсии уже с десяток лет. Как сама признается, расчет по карте упрощает жизнь во всем. Оплачивать счета, что называется, не отходя от кассы, главный козырь. Ну а если понадобились наличные, ближайший банкомат в помощь. Я считаю, что обязательно нужно, кто не получил банковскую карточку, получить ее, потому что это именно для нас все делается. Я считаю, что это намного лучше, намного удобнее, сидя дома, делать все платежи, оплачивать свои все счета какие-то. Это очень хорошо. Фактически поменяется лишь способ выплаты. Сроки получения останутся прежними. Со стороны можно с точностью сказать, это не только упростит порядок перечислений, но и подарит старшему поколению новые возможности и удобства. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск 360.